уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия успеха. Второе самопознание». С вами Наталья. Давайте сегодня посмотрим, что думает о вас загаданный человек здесь и сейчас. Постарайтесь, девочки, максимально настроиться, успокойте свои мысли, постарайтесь, чтобы вас никто не отвлекал. И как можно максимально погрузитесь в такое вот некое состояние, когда вы прям притягиваете этого человека в свое пространство, либо вы туда отправляетесь, там, где человек может быть, и мысленно задаете ему вопросы, которые я буду вам озвучивать. Постараемся настроиться. Кому не хватает времени, видео всегда можете нас поставить на паузу. И первый наш вопрос будет звучать таким образом. Что сейчас с загаданным человеком происходит? Чем он занят? Давайте посмотрим. Девочки, тоже задавайте этот вопрос своему человеку. Что с тобой сейчас происходит? Чем ты занят? И посмотрим, что карты нам покажут. Итак, что происходит с вашим загаданным человеком? Здесь и сейчас. Такое ощущение, что человек чувствует какую-то нагрузку от того, что, возможно, он не смог оправдать чьи-то ожидания в каком-то партнерстве. Что с ним сейчас происходит? Ему тяжело. Может быть, девочки, конечно, у него много работы, и у него там может сейчас происходить конфликт на работе. Ну, либо конфликт внутри с родными и близкими. То есть мы сейчас, вернее, мы попали в такой какой-то эпицентр, когда человек может сердиться. Вот знаете, такое некое отчаяние у человека. Он не чувствует себя в сегодняшнем дне победителем. Ну, то есть успешным человеком, уверенным в себе человеком. Ну, что-то у него негативное происходит, девочки. Ну, давайте тогда спросим, по его мнению... вообще на ту ситуацию конфликтную, которая вот с ним происходит. Как он считает, прав он, виноват он, что там, из-за чего, да? Все-таки давайте спросим, из-за чего все-таки этот конфликт? Как он смотрит на этот конфликт? Из-за чего произошел этот конфликт? Возможно, длительный период времени что-то не разрешалось. Здесь все-таки могут быть какие-то финансовые вопросы затронуты. Может быть, девочки, не хватает действительно финансов для того, чтобы что-то разрешить, какую-то ситуацию. И уже длительный период, как бы вот эта некая подвисшая ситуация не дает прорыва. Нет улучшений, и человек не понимает, как выйти ему из этой ситуации. Смотрите, возможно, здесь человек получил какую-то новость, известие, у него реально его мир мог перевернуться, и все, и человек заблокировался. И от этого ему тяжело, он на данный момент не хочет никого не видеть, не слышать. Внутри много смятения, сомнения. Ну, непростая ситуация. Здесь действительно могло поступить какое-то сообщение. Ну, сообщения разные, девочки, у нас бывают. Они касаются всего чего угодно. И он реально как мир перевернулся. Как дальше? Что дальше? Не понимаю, не знаю. И он себя-то виновным может и не считать, понимаете? Он, по сути-то, и не виноват. Может быть, действительно, какие-то обстоятельства, какая-то вот внешняя ситуация повлияла на человека, и он сегодня находится, ну, как загнанный в угол. Хорошо.
Давайте тогда посмотрим. Вспомнил ли сейчас загаданный человек о вас? Вспомнил ли сейчас загаданный человек о вас? Вспомнил ли он о вас? Не могу, девочки, сказать, что прям у него мысли о вас. Нет. Не получается вам пробиться в его ментал, честно говоря, да? Здесь человек все-таки думает о каком-то предательстве, о какой-то хитрости, о чем-то. И теперь вообще у него вопрос, а как дальше? Как дальше быть, как дальше жить, что делать? Здесь все-таки у него больше сейчас в голове нечестность. Может быть, конечно, девочки, идет такая ситуация, что вот в данный момент человек совершает неблагопристойный поступок. И от своего поступка ему самому, ну, немножко так на душе поганенько и гадко. И у него сразу в голове прокручивается такая мысль, как бы мне теперь все утаить, все за, как вам правильно сказать, замаскировать, чтобы никто ничего не узнал. Ну, условно, завтра, чтобы никто ничего прям не пронюхал, не проведал. В общем, здесь человек пытается сейчас разрешить действительно какую-то проблему. Какую-то проблему. Хорошо. Давайте зададим тогда такой вопрос с точки зрения высших сил. Он вообще о вас вспоминает? Давайте вот так зададим вопрос. Он вообще о вас думает? Ну, вот какой-то такой недавний период времени. Думал ли о вас загаданный человек? Вспоминал ли вас загаданный человек в недавнем прошлом? Да. Вот здесь да. Но не сейчас, девочки. Да. Вспоминал. Вспоминал. Завершение ваших отношений. Но ему не хочется все равно еще до конца осознавать, что это между вами точка и финал. Здесь человек в это не верит. Почему все-таки он, допустим, надеется на то, что между вами нет разрыва? Почему он на это надеется? Зачем ему это? Зачем ему это? Потому что человек все равно, девочки, хотел бы на постоянной основе двигаться в вашу сторону. И, ну, будем говорить так, и чтобы его сердечная чакра была успокоена. Чтобы он не болел, не переживал, не страдал. Давайте зададим такой вопрос. А вообще, есть ли между вами все-таки вот эта ментальная связь? Есть ли между вами ментальная связь в целом? Есть ли эта ментальная связь? Ну, она есть, девочки, но она такая, честно говоря, не совсем прочная. Эта связь здесь идет как... И у вас, скорее всего, идет процесс понимания вообще, что было в отношениях с этим человеком и у него. И благодаря этому опыту, это опыт, понимаете, и благодаря этому опыту вы уже начинаете реагировать и взаимодействовать с другими людьми, возможно, как-то иначе, по-другому. Не могу сказать, что здесь прям
связь между вами такая плотная, конкретная, нет. Потому что идет такое некое заземление, больше вовлечены в материальный мир, и вы, и он. Возможно, поэтому у вас сейчас, девочки, и не получается особо пробиться в пространство этого человека. Что вам сейчас нужно знать тогда об этом человеке с точки зрения высших сил, и это будет касаться непосредственно вас? Что вам необходимо знать? Все-таки человек по вам, девочки, здесь скучает. Да. И скучает тогда, когда у него, знаете, такая монотонная работа. Когда он занят каким-то своим процессом. Здесь человек может действительно вас вспоминать. Вспоминает с теплом, с добром, но у него все равно есть опасения, что бы он сейчас ни делал, какие бы усилия он ни прилагал, может не получиться встречи с вами, допустим, да? То есть вы можете ему отказать. Мне вот интересно, вы как-то влияете на ту ситуацию, неприятную ситуацию, которая сейчас происходит в жизни загадного человека? Вы как-то влияете на это? Скорее всего, девочки, да. Влияете. Потому что на дне колоды еще здесь Верховный суд. Четверка жезлов, она всегда как бы дает такой положительный ответ. Да, влияете. Понимаете, тут у человека все-таки то, что могло произойти с вами, вот сейчас, ну то есть разрыв, да, не общение, это как раз-таки может влиять на его фундамент, тот, который он простроил для себя в своей жизни, на ту зону комфорта, которая создана этим человеком, на ту стабильность, в которой он находится. Знаете, как некое испытание для него. Может быть, конечно, здесь, девчонки, прилетел ему бумеранг. Если действительно человек вас сильно обидел, ну, здесь такое может быть, что его то привычное, комфортное, удобное проживание жизни, оно действительно сейчас под угрозой. И человек в сегодняшнем дне может чувствовать ровно то, что чувствовали вы когда-то, тогда, когда вас человек, допустим, ну, вот, действительно обидел. Если вас человек здесь не обижал, ничего такого не было, то все равно, девочки, ему за что-то, то есть он за что-то все равно сейчас держит ответ. Понимаете? То есть просто так с ним вот неприятная ситуация в сегодняшнем дне происходит, ну, как бы, это не с пустого. Здесь однозначно есть причинно-следственные связи. И там действительно что-то очень серьезное, и это будет связано с его, с родовым эгрегором. Ну, либо, если, допустим, там нет у него никаких таких склочностей в семье, то это может быть прям мощный конфликт на его рабочем месте. Давайте спросим. Что вообще сам загаданный человек думает по поводу взаимоотношения с вами в целом? Что он думает о вашей паре, о ваших взаимоотношениях в целом? Что он думает?
Здесь могли быть перспективы на любовь. Да, но все разрушено. Между вами действительно была любовь, но так и не, скорее всего, не случилось решимости ни у него, ни у вас для того, чтобы дальше продолжать взаимодействовать друг с другом. Мне все-таки девочки показывают, что между вами может быть действительно завершение отношений. Но поймите правильно, карты Таро, ну, в данном случае мы не смотрим на всю оставшуюся жизнь. Возможно, действительно, у вас сейчас очень сложный такой непростой этап с этим человеком, и вы расстались. Но никто не говорит о том, что вы больше с этим человеком никогда не будете взаимодействовать. Жизнь, она интересная штука, может происходить все, что угодно. Как говорится, по велению высших сил. Но он думает, что перспективы на любовь были, но только, понимаете, решимости не хватило. Поэтому дальше развитие не пошло, все разрушилось. А что он тогда к вам сейчас все-таки испытывает? Что у него на душе тогда к вам? Что у него на сердечной чакре к вам, девочки? Давайте посмотрим. Что у загаданного человека в целом на сердечной чакре к вам? В целом. Но здесь все равно у человека есть к вам импульс. Он горит страстью. Ага, сейчас, девочки, скажу. Вот понимаете, гореть-то он горит. Только толку от этого никакого. Потому что он пытается себя успокаивать, утихомиривать. Потом в какой-то момент у него опять импульс к вам взращивается. То есть, по сути, у него такое, как из пустого в порожнее. Там у него какие-то внутренние процессы происходят, но он пытается это все заглушить, залить водичкой. Ну, у всех водичка это может быть разное. Кто-то там в работу уходит, кто-то пытается, как говорится, клин клином вышибить, да. Кто-то, допустим, там пытается заливать горячительными напитками, кто-то уходит, там, я не знаю, там, в какие-то свои хобби, увлечения, рабочий процесс, я уже сказала. То есть здесь у всех может быть, безусловно, по-разному. Но все равно здесь из пустого в порожнее. Вот у него только импульс к вам «хочу», «горю этой женщиной». Еще на дне колоды королева жезлов, вот для него, конечно, очень страстная, яркая личность. И на вас реагировать просто так, ну, невозможно. То есть быть не вовлеченным в вас, ну, это нереально, да? Но все равно человек старается себя успокоить, потому что... Ну, потому что здесь, скорее всего... Прежде чем с вами у него что-то состоится, яркое такое, запоминающееся, должен быть разговор. А разговоры здесь человек боится, что ли? Что это разговор? Да, он может посчитать, что разговор будет неконструктивным, разговор будет таким на повышенных тонах. Ну, безусловно, этого никому не хочется. Много будет претензий, много будет высказываний. И, конечно, человеку тут, ну, внутри, будем говорить, все равно не по себе. Да? Не по себе. Он пытается исцелиться от страсти к вам, но все равно вы его маните. Королева жезлов, еще раз повторюсь, она не может не привлекать на себя внимание другого человека. Ну, давайте тогда спросим заключительное, что бы хотела вам самое сокровенное передать душа загаданного человека? Что бы самое сокровенное хотела бы тогда сейчас передать вам душа загаданного человека? Мы все равно, девочки, вошли в его поле, хотел он или не хотел, но... Вы, ну, тут, конечно, круто, девчонки, выходит сейчас... Понимаете, здесь он показывает, что вы женщина очень яркая, красивая, самодостаточная, утонченная, воспитанная,
самостоятельная, умеющая много чего. Вы красавица, вы лучшая из лучших, вы звездочка. Но дело в том, что здесь он считает себя глупцом. Он считает себя глупцом, потому что, ну, скорее всего, не получилось сохранить тот союз. И причем здесь крепкий мог быть союз. Вы дополняли друг друга, вы друг друга уравновешивали. Вы своей женской мудростью, вы со своей женской мудростью, а он, конечно, здесь с мужской силой. И понимаете, вот когда, ну, условно, инь и янь, да, вы действительно дополняли друг друга. И вот с тем притяжением, которое у него есть по отношению к вам, он ничего все равно сделать не может. В какой-то степени здесь человек, конечно, пытается, девчонки, вас обесценить, но это мартышкин труд, по сути. У него все равно ничего не получается, потому что тяга, она присутствует. Он хочет идти в новое, да не получается. Все равно он смотрит на вас. Он, возможно, хотел бы с вами начать новый этап взаимодействия. Но пока не суждено. Вы далеки от него. Вы очень от него далеки. Вы отстранились. И как он на это реагирует, что вы все-таки далеки и отстранились? Как он на это реагирует? Смотрите, здесь на самом деле человек пытается, еще раз повторюсь, все-таки возместить ту утрату, потерю. Он старается все равно найти для себя компенсацию с вашим расставанием. Еще раз повторюсь, здесь человек может клин клином вышибать, как говорится, да? Ну, то есть быть в других отношениях, но это, ну, своего рода самообман, понимаете? И вот нам, кстати, карты показывают, что человек реально может находиться в тотальном самообмане. И он не понимает, что он творит, он не понимает, что он делает. И если действительно человек таким образом старается вас забыть, перечеркнуть, там, удалить из своей жизни, из своей головы, обесценивая вас, тем самым человек еще больше загоняет себя в ловушку. Речь идет об этом. Ну, вот такой сегодня получился расклад. Пишите в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. Благодарю, что вы со мной на моем канале. Желаю всем, девчонки, добра, счастья и благополучия. Всего доброго. До новых видео.